Сидите, отдыхайте и будьте
как дома. Thank you.
разных стилях. Сейчас мы сыграем вам несколько сочинений, два сочинения Гершвина в обработке Яши Хейфица. Сделали такой небольшой вид. Надо сказать, что вот давно уже вот у меня эта идея есть, но не только у меня, она очень многих людей. Это некое соединение жанров, потому что вот я и Анна тоже классические музыканты с классическим образованием. Вартан, Игорь и Анна Королева, у них джазовые корни, джазовое образование музыкальное. Но тем не менее, видите, мы, в общем, можем как-то взаимодействовать благодаря тому, что на сцене, благодаря тому, что ну, мы, во-первых, много занимаемся этим, друг к другу прекрасно относимся. Вот Гершвин, на мой взгляд, уникальный композитор в том плане, что он, ну вообще вот его классики считают классическим композитором. Говорят, была такая история, когда он пришел к Равелю, к Марису Равелю, и сказал: «Можно я у вас поучусь?» Он сказал: «Зачем вам быть плохим Равелем? Лучше будьте хорошим, гениальным Гершвином». И вот мы сейчас сыграем вам две пьесы из оперы «Порги и Бесс».
Thank you.
Слово. А теперь я хочу пригласить на сцену замечательного гитариста Андрея Звонкова. Это прекрасный музыкант, которого очень много в Москве и в России, очень много своих самостоятельных проектов. И он много играет в разных интересных коллективах. И один из таких коллективов, очень хорошо знаете, это группа B2. И вот сейчас мы с Андреем сделаем очень интересную вещь. Это та самая как раз вот идея объединения разных музыкантов на одной сцене. И сейчас мы сыграем интересную очень такую нашу короткий, такой маленький, небольшой вариант. Ну, так сложно сказать. Гольдберг вариации Баха. Не судите строго. Это первый такой наш опыт. У нас в этом плане мы будем продолжать. Это очень интересное такое сочетание гитары, рояля с такой прекрасной музыкой, потрясающей. Поэтому вот сейчас мы вам сыграем Баха. Thank you.
Андрей Звонков. Thank you.
второе отделение. Сейчас мы сыграем мою симфонию сказок. Она состоит из 5 частей. Я, наверное, где-то буду что-то говорить, а где-то мне почему-то захотелось, чтобы просто название скажу, потому что у каждого какой-то свой образ возникает. Не все здесь надо рассказывать, объяснять. Ну, просто почему сюита? Потому что, наверное, такое оптимальное, какое-то совершенное по форме какое-то сочинение, потому что там много частей. Вообще вот интересно, сюита, слово сюита, это от слова свита. Вот есть король и свита, то есть все двигаются в одном направлении за королем, но все разные, у всех там свои мысли какие-то есть, но идут все в одном направлении. Вот это очень интересная такая вещь. Это, кстати, мысль такого выдающегося теоретика русского Болеслава Егорского. Это он сюиты баховские разбирал. Значит, ну вот начнем мы потихонечку. Первая часть называется «Старая дорога». Здесь я ничего говорить не буду. Thank you.
свое время проект, который мы играли вот нашим вот этим составом, как раз именно в Малом зале Московской консерватории. Назывался он «Инди в блюзовых тонах», «Инди in blue», потому что там присутствовали еще, помимо вот нас, присутствовали еще музыканты, которые играют индийскую традицию, традиционную музыку индийскую. Мы с ними пытались делать такое, ну, получилось довольно интересные такие вещи. Продолжение было как-то сложно сделать, слишком много народу, и как-то проект так развалился. Жалко, ну, кстати, в YouTube есть очень много этого материала, там есть интересные вещи. И вот там был один мастер такой, который играл на табло, это такие говорящие барабаны индийские. И, в принципе, вот эта вещь, следующая такая пьеса из сюит, она называется «Дитя лотоса». Название возникло, мы вообще ее просто вдвоем с ним делали сначала, потом название осталось, пьеса расширилась и вошла вот в сюиту. Поэтому «Дитя лотоса». Thank you.
Спасибо. Сейчас мы сыграем следующую пьесу, которая называется «Впечатление». Thank you.
Заключительные композиции сюиты. Одна из них называется «Ночь», а другая называется «Посвящение». Они идут подряд, без перерыва. «Ночь» — это мне просто приходилось в свое время бывать в Испании, и там танцоры фламенко в такое ночное время в пещерах с открытым огнем устраивают что-то такое типа джем-сейшена танцевального. И вот такая вот история получилась, называется «Ночь».
Thank you.
Thank you.
позвольте мне объявить, так как он человек скромный, но сегодня у нас настоящее культурное событие для нас, музыкантов, и я надеюсь, для вас, дорогих наших зрителей, премьера «Свиты сказок», композитор Александр Вершинин. Вот он, наш герой. Спасибо тебе, Саша, за этот праздник. И великолепные друзья, позвольте, раз уж я начала болтать, Вартан Бабаян, Игорь Иванушкин, Александр Вершинин. Будем надеяться, что мы услышали ее первый, но не в последний раз. Спасибо, Саша. Анна Королева, спасибо вам большое. С наступающим старым Новым годом. Я не знаю, я не потеряю.